Так, в принципе, во что сейчас поиграть? Да, это очень интересно. Давайте-ка, чтобы так протрезветь. Давайте Mental Hospital. Нахер мне твои обои? Я Mental Hospital включил вообще-то. Ну где он? А, вот он. Нахер они мне свои обои выдали? Непонятно. Ну ладно. Музычка нам больше не понадобится. Как страшно. Ну и чё? Принципе, на нас сейчас грузить будет. Сколько? Неизвестно, сколько оно грузить будет. Ну и чё? Ну, я жду. Блин, я не знаю, что-то какие-то проблемы. Может быть, это все из-за рекламы. Надо отрубить Wi-Fi. А, вот все. Это все-таки из-за рекламы. Пока, в общем, эта игра, говорю, очень страшная. Может для кого-то показаться. Для меня она сначала была такой страшной, что я просто, когда в нее играл, я обсырался. Честное слово. А теперь она мне, для меня уже не страшная. Я ее прошел там, сколько? Раз 8, не меньше. Да, ряд, да. Она мне очень сильно нравится. И до сих пор. Сколько? Я еще на каникулах ее проходил. На начале каникул, да? Было очень страшно. Эта история началась довольно банально. Мне Киевские предложили разработчики провести бумага. оперативную съемку рейда в психиатрической В общем, в больнице, Украине где якобы разрабатывали проводились не эти игры. совсем законные эксперименты над Ну как больными. эти? Что может быть проще? Вот и Mental я так Hospital подумал. и Zona Но Project X историю, в которую я и свет, вляпался, если запомню до знаете. конца своей жизни. Тот день не задался с самого начала. Ужасная погода, проблема в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал к началу штурма. Прибыв на место, я решил Штурму как можно скорее Ухана. отыскать лейтенанта Сидорова в надежде заснять хоть какой-то материал. Я пробрался в больницу. Увиденное мною дальше не описать словами. Я тебя понимаю, Это можно чувак. стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось, среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет, стали полностью неконтролируемыми. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада. Обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок к больнице. Больнице, которая явно не хотела меня отпускать. Какая ужасная больница. Да, я уже начинаю погружаться в ту атмосферу, в какой был, когда проходил эту игру первый раз. Потому что я не помню, ну как, не помню, но только я не помню, как это все это происходит. Скримеры, я имею в виду. В общем, так. Что-то он долго грузит. Так, кай. Так, первое, видимо, что у нас тут зомбяк, чувак. В общем, это не ори.
Это спецназ, который прибыл в эту больницу. Так, внимание всему служебная записка. Внимание всему персоналу больницы. В связи со сложившейся внештатной ситуацией просим не покидать свои кабинеты. В случае обнаружения аномального поведения пациентов сразу же сообщать дежурному по корпусу. Так, в общем, я знаю тут одну пасхалочку прикольную. Точнее, не прикольную, а стрёмную очень. Если мы заходим сюда, то... Опа! Текстурка Элис появляется. О, да. Атмосферка тут. Да, кстати, тут и башки не было до того, как свет мигнул. Блин, ужас, как они скрипят, эти двери. Видно, что их давно уже не смазывали. Точнее, не видно, а слышно. Так, видим, записка. Чуй, я застрял. Хера себе, шатнуло меня. Так. История больного Свидорова. Дата рождения 21.08.1981. Так. Состояние здоровья стабильное. Положительное. Альфа-волны R2B4. Что ж такое? Психологическое состояние страдает небольшим расстройством. Страдает небольшим расстройством, да. Так, в целом, Свиридов после обработки альфа-волнами ведет себя спокойно. Нет, чего? Блин, просто маленький экранчик для этого текста. Ни проявление агрессии, ни злости. От пациента есть большие жалобы на участившиеся головные боли и некий детский голод в голове. Скорее всего, это небольшие побочные эффекты от альфа-волн. Прописал больному обезболивающее. Доктор Стаханов. Да, ужасная история. Ты чё, она у меня тут? Ладно, пошли. Короче, не буду ходить по больнице, бродить. Просто пойдем сразу по сюжетной линии. Тут сразу забегаем в эту кабинку. А то нас прихлопнут. Все, и сидим на унитазе и ждем, пока этот бред закончится. Так, сделаю яркость побольше. Чую я. Чую, что эта скотина идет ко мне, по мою душу. Но она меня не найдет. Потому что я хорошо спрятался. Подумал своей головой. А не то, что это скотина. Всего лишь две кабинки открыла и... Все, и пошла. В принципе, для меня это хорошо. Все, так. Эта скотиняка уже ушла. Почти ушла. Мы можем за ней проследить, кстати. Вон та скотиняка. Все, ушла в текстурки и пропала. В общем, так. Видим, что тут лежит голова с рукой в ванной с светящимися глазами. Видим, что на с ванной, а раками не видим, что тут ключик, забираем его. Это я просто так.
Инструкция, говорю, если кто не знает. И идем наверх. Ну, я побегу, чтобы быстрее было. Ох, тут сильно мурашить начинает. Почему-то я не знаю, с чем это связано. Может, это так и надо. Так, в общем, я хочу вас сейчас напугать кое-чем. Если вы у меня пугливые, а если вы бесстрашные, то... То и так хорошо. Так, в общем, это все не важно. Это нам сюжетной линии пригодится. И вот, собственно, оно. Я сам даже чуть-чуть забиялся немного. Видим, что у нас хребет валяется. На стольке глаз лежит, вот он. В принципе, это норма. Можем всякую херню тут открыть. Ну и в принципе, все. Вот эта дверь, в которую нам надо зайти. Если мы ее нажмем на нее без ключика, то там появится вот тут вот, на значке Мобизен. Там не значок Мобизен. Появится ключ и вопросик. Сейчас тут... Хотя не, ничего. О, началось. Прямо на этаже с этим чуваком свет погас. Так, лифт открылся. Лифт открылся. Заходим в него. И едем. Вот тут ужасное зрелище. Надеюсь, вас не стошнит на ваши гаджеты. Или кто смотрит на компе, тот на клаву. Так, в общем... Да прости. Ну, короче, ставьте на паузу и читайте, мне это лень прочитать. Надеюсь, тут понятно. Смотри, прикол. Как будто мозги можно подобрать. На самом деле это листочек. Вот. В общем, так. И заходим сюда. Надеюсь, вы там еще живы. Так, в общем, на этом все. Ну, на этой игре я имею в виду. И переходим к Dead Effect. Я это сказал или нет, но надеюсь, вы не умерли там со страха. Так, сколько у меня памяти? 517, ну ок. На одну локацию в Dead Effect хватит. Надеюсь. Да. В общем, так. Начинаем Dead Effect-ушку проходить. В смысле, не начинаем, а продолжаем. Где звук? Ну. И... Чё так долго? Окей. Надо интернет подключение для Dead Effect. Точно. Ладно. Вас сразу со мной уже приветствуется. Окей, в общем, лай и, конечно же, продукт. Сразу рекламы пошли. Я не знаю, это себе какой-то вирус занес. Вирус не вирус. Но оно мне, короче, теперь постоянно, когда включенный интернет, рекламы выдает. Меня это так разряжает, если честно. Когда играешь и надо кого-то убить, появляется эта сраная реклама, и тот, кого надо убить, убивает
меня в игре, конечно же. Так, в общем, тут у нас такая офигенная сфера. И выполним задание у чувака. Minikin Armorer. Good Minikin. Сорян. Так. Клозы. Выполним у той бабки. Minikin Armorer. Good Minikin. Хороший Minikin. Everything all right? Ладно. Постоянно хорошо. Do you want to learn something new? Клозы. Окей. Апгрейд. Я до конца не понимаю, что-то надо апгрейдить. Где, может быть... Я не понимаю. А, это типа улучшение, да? Ну окей, сохранить. Или она у нас так было, в общем, не важно. Теперь надо на лифт. Блин, вот такой тупой звук ходьбы сделали. Это просто жесть. Тюлово, тихери, текстурки ушли. Ладно. Рекламы, рекламы. Вау, порог, круто. Да, помню, вот мы тут не могли пройти. Вот это вот хренотень. Так что тут делать, я так и не понял. Хай, надо скорее всего спуститься вниз. Че, лол, я в эту херню могу проходить. Ладно. А, вспомнил. У нас же есть вот эта хрень. Так, можно мне как-то... Четвертый левел это только. О. О, apply. Окей. Все. Сейчас будем проходить. Проходить до эффектушку. Дальше. Вау, какая сразу музычка стратегическая. Try to survive until help comes. Где? Ага, вижу. Вижу, что у меня тут. Где еще? Где еще? Что, это что, патроны? Надеюсь, да, это патроны. Только к чему, не знаю. Блин, не промазал. Промазал. Блин, как же круто. Вчера я его даже не увидел. Что? Что? Да я его так что-то уложил, или он тут был? А, нет, он тут был. Если бы я его уложил, то он попал. Испарился, как делает чувак удава. Испарился. Жесть. Промазал. Кто где? О! Сейчас не где там, это самый опасный. И такого типа зомби. О, фух, хорошо, что игра не пошла дальше, когда я вышел.
Блин, тут надо со мной на видео. Сама обстрел.